такая тишина, покой. Алейкум ассалам. Красота какая. Дымком потянуло, да? Да. Что-то люди уже начинают готовить себе на ужин. Потому что где-то через час с небольшим уже стемнеет. И вот пока светло, люди уже что-то готовят себе. Хотя вот этот домик, мне кажется, знакомым. Я вроде бы здесь проходил. Я думаю, ты уже везде был, просто да. Уже давно, наверное. Да вроде и недавно даже, или две назад. Да вот на этих праздниках, которые были сейчас, новогодние. Здесь я это проходил. В общем, я тут был просто уже везде. Это правда. Привет, 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 привет. Привет. Хорошо, спасибо, спасибо. По-русски спрашивают, как дела? Алейкум ассалам. Привет. Коза в пальто, пожалуйста. С капюшончиком. Вот капюшончик одет у нее. Привет. Так во всем, не только в еде, в воде. Надо прислушиваться к его сигналам. Да.
Вот здесь мы видим площадку. Они всегда идеально ровно забетонированы, такие площадки. Это рядом здание. Вот это зернохранилище здания. А вот здесь площадка, на которой рассыпают из мешков, хранящихся в этом зернохранилище, зерно, рассыпают его, просушивают, проветривают, чтобы не завелся грибок, никакая плесень. Иначе придется просто выбросить хранящееся здесь зерно. Привет. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Я вообще не сторонник того, чтобы отдыхать в процессе. Потому что если сел, то уже как-то хочется уже и отдыхать. А так, когда идешь, идешь, вроде ничего. Ноги привыкают к этому режиму. Ой, что-то мне землю снимает. О, выровняю. Здесь налево? Налево, да. Привет. Привет. Привет.